Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, шмекели, хочу забрать свою награду. Забираем. И здесь тоже забираем. И, естественно, сразу же автоматически будем ставить в инвестиции. Здесь и здесь. Получается у нас с тобой, ну, почти 1400 шмекелей у нас на руках. Так, здоровье у нас фул. Так, персонажики у нас новые, кстати, которых мы еще с тобой не пробовали. Поэтому погнали посетим какой-нибудь мир. Надеюсь, что-нибудь здесь получим. Кстати, я хотел посмотреть, у нас есть с тобой чипы или нету. Взял я их? Есть, один. Один чип контроля. Окей. Что там загудело? Загудело где-то рядом противник. Так. Подожди-ка, как этот взять мне? А? Вот так вот. Микросхему. Блин, со всех сторон зажимает. Подожди, а что это я микрочип-то не взял? Эй, тихо, тихо. Мой народ презирает эти бессмысленные помешательства на Морти. Он отвлекает от межпространственной войны со злом. Давай быстро разберемся с этим, и я вернусь к делам поважнее. Это типа какой-то пришелец, или фиг его знает. Надел на себя маску непонятную. Хьюмбокс. Так, психованный солдат Морти. Психованный, да, значит? А если мы сделаем замену против его ложниц на мутагенного Морти, что ты скажешь по этому поводу, а? Псих. Зонд. Прошла атака мимо. А ты что хотел? На-ка, ядовитый плевок. Раз, два, три. Ухмылочку делает. Понижает мне атаку. Это не прокатит, парень. Раз, два. Эх, третьего удара не было. Всплеск. Это для меня щекотки. Твой всплеск. Все, ребят, все. Морти истощен. Так, кто там следующий у нас? Циклоп, что ли? Одноглазый Морти. Здесь бумажка. Здесь бумажка, поэтому мы с тобой возьмем. Так, аниматроник. Давай глянем, что он из себя представляет. Этот аниматроник. Уровень-то какой, кстати, у нас? 15. Экзотика. Стирание какое-то сделал. А, он скрита. У нас есть молотило, отрыжка, изнурение. Утечка энергии. Что это делает? Высасывание жизни из врага и восполнение небольшого количества носителю. Давай посмотрим, сколько бомбит, во-первых. Посмотрел. Посмотрел, блин, называется. Давай молотило тогда. Трындец. Это у нас ножница называется. Блин. У нас есть что-нибудь подхиляться? Не? Нету нифига. Блин, подожди. Будем драться тогда до последнего. Утечка энергии. Оу, щит. Ну, смотри-ка, последняя атака очень хорошо прошла. Так, 202 опыта. А это что, уставший Морти? А, сонный Морти. Кто он? Камень. Меняем. Меняем на бумагу. Судья Морти, я думаю, здесь сейчас... Так ему надает звездюлей. Так, редкий на редкий. Оцепенение. Безнадежно, правильно. Правильно, будем так. А у нас только толчок. А где же у нас туфли? Слюноотделение. Так, атака его растет, а мы бомбим. Взгляд смерти. А мы еще толчок. И, надеюсь, добиваем. Окей. 62 опыта. Так, это что за Морти с вырезом? Если до этого было ножница, кто у нас ножницы берет, да? А мы с тобой делаем замену на камень. Мутагенный Морти. Это у нас обычный Морти с вырезом, поэтому я думаю, мы здесь справимся. Безнадежно. Давай-ка сделаем с тобой ядовитый плевок. Машинная стирка.
применяет к нам. Так, а мы опять плевок. Есть, вырубили. Кто там следующий? Это что еще за псих, Морти? Телекинетик? Давай-ка мы сделаем замену. Так, у нас с тобой был камень, значит, он наверняка поставит бумагу. Большого Морти берем. Это бумажный наверняка. Ножницы. Хорошо, костюмы туфли. Это у большого Морти, оказывается, костюмы туфли, а не у судьи. Его атака вообще прошла мимо нас. Ударил все-таки. Все-таки задел. Ну что, добиваем его. Ну, победа за нами. 36 очков опыта. Шмекели и средства от паралича. Что ты там сделаешь, шмекли сверху? Спасибо большое. Лучше бы ты мне дал хил. Ох, я унизил свой народ. Они никогда не позволят мне вернуться домой. А ты сам виноват, хлыщ. Нечего было выпендриваться здесь. Так, я хотел что взять? Опа, 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 опачки. Ты глянь-ка, ты глянь-ка. Гад, он меня ведет туда, куда я не хочу. Но я его все равно поймаю. Нифига себе. Тут даже, друзья мои, непонятно, кто это. Но это камень. Ну что, судья Морти, давай. Главное поймать нам этого эпика. Так, безнадежно. Толчок. Так, у нас как идет? Вначале редкий, потом эпики, потом... Что он там делает? Защиту себе повышает. Давай толчок сделаем. Че, попробуем схватить его? Блин, лишь бы прокатило. Но... Есть! Такого... Панка у нас не было, или кто? Металюга. Шикарно, я рад, что у нас есть еще один новенький Морти. Почему этот чип я не взял тогда, я не могу понять. В чем проблема? Тебе удалось найти, но... В моем мешке нету места? Вы серьезно? Ну, подожди. Магазин Рика. Так, кстати, нам надо купить с тобой. Почему в моем мешке нету места? Мы можем с тобой прямо здесь крафтить? Предметы. Мы здесь не можем. У нас, по-моему, где-то здесь я видел автомат стоит. Специальный для крафта. Вот это что такое? Давай-ка заценим. Мне нужно именно для создания. Блин, это купоны. И, судя по всему, это тоже, да, купоны? Два прилавка с купонами. Ну да. Блин, если я сюда пойду, этот меня перехватит. Опа. Награда шикарная. 230 шмекелей. Так, тюбик. И большая сыворотка. Большая, не маленькая. Ну что же, это хорошо. А где у нас портал? Кто мне скажет? Наверное, блин. Слушай, ну тут прикольный Морти у него. Блин, жалко, что здесь нет такой схемы, ребята, что вот как, например, в покемонах. Если ты выигрываешь, да, врага, ты можешь взять на выбор любого покемончика. Нет места. То есть у меня этих микросхем полная куча получается, да? Поэтому я и не могу взять. Слушай, там кто-то стоит. Твою налево. Блин, надо брать. Ух ты, их тут дофига. Мои Морти странно себя ведут после синтеза в питомнике Рика. Ну и ладно, все равно они сильнее, чем раньше, и у тебя нет шансов. Я уже это когда-то слышал от тебя. Так, защищающийся Морти. Ну, естественно, нам надо менять замену. Против камня берем с тобой судью. Потому что он бумажка. Бумажка. Спор. Так, ну что, толчок у нас с тобой. В плане, блин, промахнулся ты. Ну ты что, судья, ну как так-то? Вот, видишь, он обычный. Мы его должны ухоркать просто.
Нам, наверное, надо свой предмет применить. Большую сыворотку. Судья Морти, да, у него... Так, аниматроник тут еще. Как-то его надо покачать. Подъем. Блин, вот бомбит, а? Толчок. Один минус. Тройной Морти. Если мы с тобой брали сейчас бумагу, он наверняка взял ножницы, поэтому мутагенный Морти. Проверим. Ножницы, так и есть. Твою налево, ядовитый плевок. Ядовитый плевок у нас нету. Я все время забываю применять эти штуки. Поехали дальше. Хорошо, всыпал-то мне. Посмотри. Так, тут либо мы, либо нас. Я думаю, что мы успеем все-таки бомбануть его. Есть контакт. 67 опыта. Ох ты. Морти из долины. Замена. Если мы с тобой сейчас играли за кого? За камень. Он наверняка взял бумагу. Значит, мы берем с тобой ножницы. Это будет большой Морти. Окей. Это редкий у нас экзотика. Экзотика, как ты знаешь, круче, чем редкие. Ух. Твой толчок бесполезен против меня. Добиваем. 64. Ага, ну это кролик Морти. Ножницы на ножницы. Атака. Потому что он обычный, ребят, мы должны его уделать. Пышный хвост, атака растет. Ты в курсе, что это тебе уже не понадобится, парень? Все. А вот этот вот. Замена. Так, если у нас ножницы были, он наверняка взял камень. Значит, нам надо взять с тобой бумагу. Проверяем, кто ты. Тоже бумага. Но он обычный. Проверим на толчок. Ну, двадцаточку срубаем. Но не забывай, что он может хиляться. Если он повесит, конечно, на нас этот свой хил. Угу. Вот, пошло, поехало. Ну что, мы его сейчас ушатаем с тобой? Надеюсь, да. Опс, толчок кончился. Щипание щечек вывело его из строя. Судья Морти получает у меня 20 уровень. Mortys, так, Тью Тумпсон проигрывает нам. Ладно, покрась меня в оранжевый. Такого поворота я не ожидал. Еще бы ты ожидал такой поворот. Батарейку нашли. Так, мне нужен портал найти. Мне же в портале нужно еще подраться, чтобы отсюда. Ой! Твою налево. Я уделяю своим Морти больше внимания, чем своим детям. Если думаешь, что ты более опытный тренер, чем я, то ошибаешься. Not so fast. Каратист Морти. Сколько тут этих Морти, друзья мои? Это офигеть, блин. Я играю и удивляюсь, сколько тут Морти. Так, подожди, я же забыл, кто там у нас? Камень. Ну, против камня только одно. Морти. Так, у него редкие, а у нас кто? А у нас экзотика, да? Экзотика. Сейчас заодно и посмотрим. А это, кажется, маска у него, походу, дело, ребят, да? Надета. Защиту нам понизили. Молотило. Смотрим. Слабо. Слабо бомб... А, он, наверное, нам все-таки атаку понизил. Почему мы так ему плохо ударили? И Морти тут всего 4 штуки. Продолжаем бомбить молотило. Твою налево. Вот сейчас хорошо. Да чё, а че он критует-то слишком часто так, а? Вырубили. Так, еще трое осталось. Это кто у нас тут? Замена. Если мы брали с тобой бумагу, он взял ножницы 100%, поэтому нам надо взять мутагенного Морти. Прав я или нет? Прав. Так, у нас есть с тобой... Фиг там, что у нас есть. Атакуем. Ай, ёк-макарёк, опять ядовитый плевок не восстановил. Скрючивание. Фига он делает. Всякие скрю... Молотило же там было... Ой, дурачок.
Да-да-да-да, подбил. Значит так, это был у нас мутагенный Морти. У меня камня больше нету, у меня есть только ножницы. Ну давай ножницы против ножниц. Большой Морти должен здесь выиграть. Так здесь-то мы, может быть, и выиграем. А как мы будем с тобой на телепорте драться, кто мне скажет? Так, ножницы, это значит камень, скорее всего. Судья Морти, выходи. Это, скорее всего, камень. Так и есть. То есть мы идем на опережение. Щипанье щечек. Ну что это? Точность. Повысил себе. Блин, мне еще две атаки надо. Каменный взгляд. Безнадежно, то есть минимальный, да, урон он сделал мне. Давай, щипай ему щечки. 9 хп, я надеюсь, что сейчас мы его ушатаем. Какое, блин, стирание, ты что делаешь? Хотя, нет, нормально, смотри-ка. Ёк-мока, я думал, что стирание это баф какой-нибудь. Так. Если мы брали с тобой бумагу, там, скорее всего, он взял ножницы. А мне даже выставить некого. Ну, давай так сделай, аниматроника. Ножницы против ножниц. Уровень у нас 15, у него 18. Вот течка энергии сделаем. Так. Насколько он бомбанет? Хорошо бомбашит. Молотило попробуем. Упс. Ну, завалил, завалил. Так, это последний Морти у него. Давай возьмем тогда большого Морти. Сможем добить? Отлично. Так, сыворотка. Маленькая, да? Маленькая сыворотка. Как ты посмел, Рик? Мои бедные малыши Морти все истощены и растеряны. Мой адвокат свяжется с тобой. Буду ждать звонка твоего вшивого адвоката. Прикинь, у меня уже места нет для того, чтобы таскать предметы. Пришел, называется, повоевать на свою голову. Эти здесь бегают. Эпики. Опа! А это то, что мне нужно. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. А как он стоит? Где у него главный? Хм. А где у него главный находится? Я не могу понять. Странно. Ладно, я попробую сейчас что-нибудь создать себе. Если получится. Так, средство от яда, от паралича. Плутонический камень. Супермощная батарея. Материнская плата. Собачий ошейник. Ну давай сделаем так, быстрое создание. Так. Для того, чтобы сделать нам, например, с тобой батарейки не хватает, да? Какой там обычный или супер батарейки, не пойму. Наверное, супер мощная. Наверное, супер мощная батарейка здесь нужна. Ну-ка, проверим. Да, 200 УЗ можем восстановить. А здесь, чтобы сделать, нам нужна вот эта склянка и опять же батарейки. Робот может быть запрограммирован на добро или зло. Фиг его знает. Убивает все живое. Держись подальше. Вот что это, как это? Значительно повышает интеллект носителя. Убивает все живое. Держись подальше. Нейтринная бомба создана нами. Так, мутирующую клетку создадим. Так, флиба, да, не хватает нам. Собачий ошейник. Ну, давай еще сделаем собачий ошейник. Так, где-то там у нас, ребята, очень много валяется всякого барахла, которого мы не могли взять с тобой доселе. Поэтому, с вашего позволения, я пойду и доберу. Там у нас где-то и ошейник валяется должен. Ой, ошейник. Кабель. Плюс батарейка. Так, здесь отдуплились.
Ребята стоят дружненько и плачут. Вот он кабель. Оу-оу. Нормуль все. Так, кабель мы подобрали. Где-то еще плата должна быть. Микрочип. Где-то вроде как здесь, да? Вот он. Да-да-да-да. Теперь мы забрали это все дело. И следующий вопрос меня интересует. Где у нас... Вот он. Стоп. Вот у нас портал. Но, знаешь, какие-то большие сомнения у меня берут по поводу того, что мы... Опа, консервная банка. Потихонечку, потихонечку. Чтобы просто лишний раз не нарваться ни на кого. Да, было бы, конечно, неплохо, если бы мы с собой делали фул зачистку здесь, да? Так, тюбик. Но тюбик мне не взять. Или взять все-таки. Как-то тут странно все это. Да иди ты, пугаешь меня тут. Уйди. Да я тюбик этот возьму. Тюбик я взял. Так, предметы. У нас с тобой есть сыворотка. Ее надо применить. На кого? На судью Морти. Однозначно. Так, талисман. Создать, создать. А, погоди, еще помимо этого нам нужно восстановить. У нас же есть плутонический камень, или как он там? Да, плутонический камень. Применить. На большого Морти восстановим, да? И на судью Морти тоже надо применять этот камешек, чтобы у них откатились все, ребят. Ну, не все 50% скиллов. А то мы с тобой только толчки, да, всякую там ерунду можем делать. Так, создание. Сейчас посмотрим, что мы тут можем еще создать. Если можем. Так, смотрим, 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 смотрим. Только ошейник, что ли, опять остается у нас? Только лишь ошейник. Ну и фиг с ним. Ну что? В портал? Это мы, получается, будем с тобой в меньшинстве, в офиген. Тихо, здесь нам не... Опа, погоди-ка. Смотри, какой там классный бегает Морти. Его же ведь можно захватить. Попытаться. А вот нужен ли он нам? Я думаю, что, наверное, он нам нужен. Иди сюда, голодранец. Я хочу тебя поймать. Огурчик Морти. У нас камень-то есть вообще в свободном доступе? Нету. Ну тогда атакуем. Костюмы, туфли. В плане, блин. Промахнулись. Так, защиту он мне... Что-то он какой-то странный, этот огурчик. Ну-ка. Окей. Росток делает. Точность мне понижает. И атаку в то же время повышает. Ну, давай костюмы, туфли еще раз. Почти, ребята, ушатали. Порез. Какого лежего-то заигрался, ребят, заигрался, извините. Мне же нужно было его поймать. На радостях, что я увидел нового огурчика, я его уничтожил. Стоп. Что-нибудь где-нибудь еще валяется? Нет, ребята, ничего. Все, мы собрали, наверное, все предметы, которые здесь были. Так, ну что, я предлагаю сделать следующее. Идти в портал. Верно? Эти же горшки не трогает он, нет? А как мы будем в портале сейчас драться? У нас два вырубленных и только один целенький. Ох ты, какой-то чувак. Пришелец, что ли? Группиди губи-дуб. Попала ли Булс, Полс, Фризл, Фарс, Морти? На своем тарабарском. Так, пришелец Рик, оказывается. Я так и думал. Ух ты. Влогер Морти.
Ты как раз хорошо попал в логер с двумя-то зубами. Костюм и туфли тебе по вкусу пойдут. Сразу меняет. Эпика поставил, да? На камешек поменял. Ну что, судью Морти берем. Бумажка. Молотила. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, только лишь толчок. О-то-то-то. По-моему, ребят, мы тут сфейлимся. А, ну редкий, правильно. Редкий будет круче. Эпический будет круче, чем редкий. Поэтому он нас тут ушатывает. Экзотика самый топ. Экзотика самый топ. Давай. Блин, не хотелось бы, конечно, проиграть здесь, но у нас нету выбора, ребят. То, что он там защиту повысил, не знаю, посмотрим. Твою дивизию. Так, порез делаем. Иди отсюда. Кто там у тебя следующий? Влогер, что ли, вернулся? Ну, его сейчас, наверное, я... Костюм и туфли. Блин, костюм и туфли кончилось, что ли? Блин, бомбит, бомбит, друзья мои. Тут всего 4 Морти. Сейчас посмотрим, кто следующий будет. Блин. Чешуйчатый Морти. Блин, у нас еще только порез остался. Ну, тут, видимо, мы профукиваем с тобой. Да. И остается лишь только лишь талисман. Ну, сам понимаешь, бумага. Защита. Да он сейчас звезданет нам и все, ребят, и нам крышка. Да. А все виной что? Все виной того, что у нас. Так, что он там сделает? Подлечит. Вот, это я понимаю. Ну вот, теперь с новыми силами в бой, друзья мои. Я фул хпшки. Так что сейчас мы его порвем. Так, влогер Морти. Солидно. У нас же, по-моему, все, да? И да. И атаки наши откатились. Вообще идеально. Сразу хоп, убрал его. Так, дикарь Морти, камень. У нас как раз бумажка есть. Это мутаген. Подожди, нет, судья Морти, да? Да. Блин, ну судья Морти, он редкий. То есть будем сейчас получать звездюлей. Усиление. Так, атака тоже у нас растет. Плюс уклонение растет. Ха, захват, он хотел захват сделать и промахнулся, ребята. Вот так вот. Толчок. Ну вот насчет усиления атаки я в упор не вижу, ребята, чтобы... А, он скрит, а. Что-то мы вообще не критуем. А он звездярит, будь здоров. Вообще. Да, редкий по сравнению с эпиком, конечно, ребята. Отдыхает. Сам видишь, да? Есть. Минус 2. Чешуйчатый Морти. Делаем замену. Так, бумага, он наверняка взял ножницы. Поэтому берем с собой мутагенного Морти. Экзотика. Блин, этот самый топчик против редкого, конечно, сейчас будет бобо. Раз. Два. Хоть бы, блин, отравление повесил на него, что ли. Ух. Отравили. Так, он ножницы. Давай, наверное, мы с тобой заменим. И тоже поставим хотя бы экзотику. Чтобы не столько урона получать, ребят. Что-то уж больно люто. Джеб. Он применил свой джеб. Ну что, костюмы туфли? Ну вот, уже совсем другой разговор. Чувствуется атака. Тем более он промахнулся. Я думаю, что это будет добивка. И последний Морти. Кто там у тебя? Ай, влогер как раз под большого Морти попал. Продолжить, он же бумага? Бумага. Тем более он редкий. Мы его сейчас быстро тут разнесем. А и выбора у него нету.
Ребята, сбежать он никуда не может. Все. Накрыли мы этого. Подожди, а что это я просчитался? Так, замена. Мы кем были? Ножницами. Значит, он наверняка взял камень, поэтому берем с тобой бумагу. Такой этот, кто ты вообще? Большой Морти? У него тоже бумага. Но он обычный, а мы экзотика, как ни крути. Поэтому молотила. А почему так фиговенько? Ты же экзотика. А, уровень, понял, понял. Он 18 уровня, а мы 13. Поэтому мы так фиговенько его и бьем. Сделал какую-то ласку. Нет, парень, ты должен его ушатать. Ты обязан его уделать. Не пасуем перед ним. Блин, ну как тяжело идет-то, а? Пора менять, ребят. Пора менять, иначе его завалят. Давай. Прокачаем чуть-чуть нашего аниматроника. Офигеть, вскрита. Молотила. Твою налево, он еще и выжил. Давай, 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 бомбим. Все. Ну и что он сейчас запоет? Шмыкели. Паралича. Так, значок получили. Нет, мне не нужны твои шмыкели. За подлечку спасибо. Хух, дуберли ду вуп, ду дуби морти поп. Иди ты куда подальше. Главное, что мы получили, что хотели, да? С тобой назабирали. Так, в первую очередь бежим сразу в магазин. Ой, в магазин. В отхил. Лаборатория Морти. Хиляться нам нужно. Так, кстати, надо будет посмотреть, может быть. Подожди, зачем мне питомник Морти-то? А, лагерь, подожди-ка, мы же в лагерь. А я еще их не отправлял? Отправлены в актив... Блин, в активный отряд. Это, наверное, знаешь, кто у нас? Вот этот вот, ну да. Ёлки ты палки, а. Давай тогда вот этого, наверное, возьмем. Подожди, нет. Во. Плюмбаниевый Морти. Вот и пускай он там прокачивается. Погоди, что произошло? А, ну все, да? Теперь-то можно? Точно хочешь отправить этих Морти в лагерь, да? Да. На 24 часа. А это уже для 25 в плюсе. Но у нас еще ни одного Морти такого нету, который был бы 25 в плюсе по уровню. Так, магазинчик Рика нам пока не нужен. Единственное, что я хочу посмотреть, это, друзья мои, тут же есть же неписи, которым нужны определенные задания, да? Выполняемые. Только их нужно найти. Они обычно вот бегают такие вот. Ну, этому нужна супербатарейка, да? А у нас, по-моему, нету супербатарейки. Но если мы можем ее сделать. Так, подожди, еще разок. Что он там просил? Бип-бип. Так, ошибка. Батарея разряжена. Система отключена. Да, ему нужно... Может, отдать это? Нет, все-таки ему нужна батарейка. Все-таки ему нужна батарейка. А батарейку я сделать не могу. Я могу только кучу ошейников наделать. Ладно, тут, по-моему, два должно быть НПСа ходить. Так, игры Морти. Я вот, кстати, друзья, не понял. Вы сказали, если основную сюжетку пройти, то можно еще что-то здесь делать. А что? А, вот, профессор, что тебе нужно? Так, синтезировать темную энергию. Темная энергия у меня тоже отсутствует. Энергию. Не материю. Нет, ничего. Ну что, пойдем тогда, наверное, с тобой за... А создать мы можем что-нибудь? За шестым. Каким нафиг шестым? Нам нужно было 7 значков, не хватало, да? Теперь 6. Тогда погнали с тобой еще на один бой. Кстати, насчет боя. Сколько у нас с тобой этих шмикелей?
Где мои шмикели-то? Я что, куда я нажал? На крафт, что ли? Мне нужно магазинчик, конечно же. Предметы. Слушай-ка, у нас с тобой... Давай, наверное, возьмем... Или не будем брать. Большую сыворотку. Исполнить 100%. Я, наверное, возьму все-таки большую сыворотку, куплю. Две штуки. И маленьких. Одну. Жалко, здесь нельзя продавать предметы. Почему это вот не предусмотрено в этой игре, что я не могу продать? Может, у меня излишки есть, которые мне не нужны. Почему я не имею права их продать? Бредово как-то. Так, ладно, в каком мир мы с тобой попадаем? В какой-то цветочный мир. О, тюбик сразу находим. Турбулентного сока. Что еще? Опа, вот эта штука нам нужна. Она дает солидные награды. Ну-ка. А я ведь могу взять спокойно. 240 шмикелей, тюбик и сыворотка. О, как прекрасно. Твою налево, пошел вниз, блин. И калика куси-куси, здесь. В зарикусту. Отшельник Морти, ты кто у нас там? Камешек. Естественно, этот Морти не пойдет. Не пойдет. Против камушка мы возьмем с тобой бумажку. Давай, талисман. Ты у нас кто? Эксклюзив? Экзотика. Закаливание тебе не поможет, парень. Уровень не такой уж высокий, поэтому молотило. А что такой крепкий-то? Ты что такой крепкий, парень? Да-да-да. Но он не лучший, не надо свистеть. А то он уже там говорил. Ты его лично порвешь. Я тебе обещаю. Ты его лично уничтожишь. Талисман. Вот о чем и речь. Так, этот истощен. Уровень получает. Ну вот видишь, бро. Ты еще и уровень у меня получил. Это кто еще? Морти, что за... Морти уборщик? Он взял ножницы 100%. Поэтому берем мутаген Морти. Угу. 18 уровень. Так, не свисти мне там. Раз, два, давай третью атаку. О, ну хотя бы отравление. Плач. Защиту понизил. А мы его травим потихоньку. Давай, подожди, нет, молотил не... Мне ядовитый плевок нравится тем, что он делает 2, а иногда и 3 удара. Все, вынесли поваренка Морти. Так, Морти в свитере, в рождественском, да, насколько я помню. Так, мы играли с тобой за камень. Будет брать наверняка бумагу, поэтому берем с тобой ножницы. Аниматроник Морти. Угу. В рождественском свитере. Так, ну сделаем утечку энергии для начала. А, утечка энергии — это, ребята, атака такая. Я думаю, что мы вешаем на него. Как тебе это объяснить-то? Что, помнишь, как вот коротыша вешаем? Что он висит на нем. А нифига подобного. Это надо делать удар, после этого он вытягивает энергию. Все. Вот таким вот образом. 4 ОЗ поглотили. Ну чё ты волнуешься? Давай, добивай его. Вот и все. 4 ОЗ. Так, это вы истощили. Табуреточка. Так, табуретка. Если мы брали с тобой сейчас ножницы, он наверняка взял камень, поэтому берем с тобой бумагу. Редко возьмем. Бумага? Ой, камень, да? Отлично, поехали. Начнем с толчка. Шикаренько. А его атака вообще прошла мимо. Тогда добиваем. И последний Морти. Ох ты. Такого я еще не видел. В первый раз, ребята, вижу. Так, если мы играли с бумагой, он взял ножницы, берем тогда камень. Упс. Ошибка, ребята, вышла. Он почему-то бумагой оказался. Берем большого Морти. Блин, он экзотика.
Он экзотик, уровень у него 17. Но мы все-таки будем покруче даже по левлу если брать. Поэтому давай атаковать. Костюмы, туфли. Хорошо, на 20-ку влепили. Продолжаем. Костюмы, туфли. Еще 20-ка. Даже больше, по-моему. И добивка, судя по всему. Нормуль. Ну что, добубнился? Уровень получен? Нет. Чуть-чуть не хватило. Зато шмекели. Ух ты, Хелзингер. Вот это круто, ребята. Это редкая штука выпадает нам. Кс-ку-ку-квас-ксу-су. Морти, куда? Да никуда. Так. Ой, тихо-тихо-тихо. Чуть было не напоролся. Ё-моё. Что ж так неаккуратно, Рейчик? Аккуратнее надо быть. Повнимательнее. Ага, вот и портал. Прям рядышком с нами. Слушай, ну в портал мы можем с тобой в любую секунду пойти. Давай, наверное, посмотрим, порыскаем, что здесь можно отыскать. Вижу батарейку. Вижу, друзья мои, батареечку. Оу, нашли. Так, опа, а это что за голодранец? Такого у меня, по-моему, не было. Куда ты побежал? Флип наверху. Ну что, будем захватывать? Морти в джинсовых шортах. Подожди, Морти в джинсовых шортах. По-моему, он такой был у нас. Или нет? Я вот, честно говоря, даже и не помню. Так, надо захватывать его. Пока не поздно. Какой купон? Вот. Применить. Есть. Но он обычный. Слушай, когда мы новенького захватываем, у нас пишутся там, типа, пойман новый Морти. Или не пишут? Не помню, хоть убей. Создание. Можем сейчас что-нибудь с тобой смастерить, слепить? Чистый плутонический камень. Вот, супермощная батарея. Вот ее нам как раз и нужно создать. Так. Вот это вот зачем все? Шлем повышения IQ и так далее. Как это вообще применить, ребят, на практике? Наверное, никак, да? Так, давай сюда сходим. Что-то звук мне этот не нравится. Тревожный. Но если мы сюда сунемся, он на нас нападет. Это понятное дело. Значит, здесь ничего нету. В портал, что ли, бежать? Да, ну как-то... Где вот это вот? А, ну это у нас собрато. Ладно, давай попробуем здесь, наверное, подраться. Естественно, захиляемся перед этим делом. Сыворотка, две штуки. Применяем. Так, на большого Морти. Хотя тут надо большой хил этот применять. Большую сыворотку. 50 УЗ, чтобы сразу восстановить. Окей, фулочка. Так, аниматроник Морти. На тебя, наверное, маленькую потратим. Да, этого тебе будет за глаза. И сюда тоже маленькую потратим. Сыворотку. Если что, у нас есть Хелзингер. Все, я готов. Я готов к атаке. Поехали. Что ты там запоешь? И я скормил все свои купоны автомату Блинт и Чиз. И сейчас у меня есть все эти классные Морти. Посмотрим, на что они способны. Суперфанат Рик. Ну что же, суперфанат Рик. Морти с вырезом. Против большого Морти. Да в плане ты заплакал, заныл. Промахнулся, ё-моё. Ух. Ну, экзотика против обычного. Ты сам должен понимать, что это топчик. Да что ты? Ты серьезно, блин? Ты промахиваешься? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это что за дела? Это что, я спрашиваю, за дела? Промахивается. Мы с ним одинакового класса были. Ножницы против ножниц. Он обычный. Ты прикинь? Он обычный, хмырь. Морти с вырезом. Трэш. Истощен, короче.
31 опыт. О, это еще что? Это мертвые Морти, что ли? Кто это? Так, мы были ножницы, он взял наверняка камень. Значит, мы берем бумагу. Талисман дикарь. Морти-зомби? Кто это такой? Древний Морти. Так, а он эпик. Он эпик, друзья мои. Так что не расслабляемся, молотило. Чего? Я понимаю, что он 17 уровня, но не настолько же быть крутым. Ну-ка еще раз молотило. Так, ты его сможешь добить, а, талисманчик? Сделай, пожалуйста, доброе дело. Блин, он нас все равно, по-моему, опережает. Так, мы можем с тобой хильнуть же, да? Большая сыворотка. Применяем. Не жалеем. Талисман Морти его ушатает. А, сразу отозвал, а? Ты посмотри, жучара что творит. Так, он взял ножницы. Берем камень с тобой. Бородатый Морти сейчас будет у нас. А, это он скрита так мало отнял. Ну тогда все, парень, тебе кранты. Три атаки. Блин, жалко, не повесили отравление. Ах, было бы хорошо. Ах, было бы чудненько. Раз, два. Иди отсюда. Истощенный бородатый Морти. Уровень. Красавчик, 20-й. Вернулся, да? Так, камень, бумага. Он бумагу взял. Хотя у нас... Нет, он... Мы же этим бомбили его, да? Значит, он камень должен быть, по идее. Тоже бумажка. Поехали, добиваем его. Блин, молотило кончилось. Все, древний Морти. Опа. Это что еще за ящероподобный Морти? Так, бумага, он наверняка ножницы взял. Посмотрим. Редкий против редкого. Твою налево, нету ядовитого плевка моего любимого. Фасилизация. Это как он и атаку сделал, еще и уклонение мне понизил. Ну-ка, молотило. Ага, его атака еще и мимо прошла. Шикарно. Ох, как ему... уклонение упало. По-моему, мы теряем с тобой. Нет. Наоборот, выносим. Так, ну этого хлыща мы уже видели. Мы с ним даже дрались. И, насколько я помню, он... вообще ни о чем. Аниматроника Морти. Берем. Так, у нас экзотика против редкого. Поехали. Начнем с молотила. Дитя цветов. Атаку, атаку себе повышает. На дитя цветов. Ох. Вот как вот это вот может быть? Ну как вот может быть редкий против экзотики и так звезднуть? Уровнем что ли берет, гаденыш? Только так, если. Липкость свою применил. Давай молотило попробуем. Ушатает нас сейчас. Ну, аниматроник, извини. Ты вот такой вот ватник у нас оказываешься. Так, кто там у нас был аниматроник? Ножницы? Давай, большой Морти, выходи. Уж тебе-то это по плечу. Ты 22 уровня, ты просто разорвешь его сейчас на кусочки. Вот так вот. До 23 уровня уже, прикинь, у нас большой Морти вырос. Освоить еще самопиар, усиление, так, сила сильный. Блин. А что такое прилив? Сила стопроцентной точности. Огляделки. Вот. Защиту. Вот, вот это вот мне надо. Убираем гляделки с тобой и ставим самопиар. Шмекели, сыворотка и еще один значок.
Вот это я понимаю, так. Сверху мне шмикли не нужны. Ну, как бы нужны шмикли, но я хочу смотреть рекламу эту. Ух ты, какой бой. Давай соберем новых Морти в других измерениях и еще повоюем. Так, мне не хватает 5 значков, ребят. И помимо значков, давай-ка мы посмотрим, сколько у нас предметов. Сыворотка есть? Есть. Если я применю ее, куда ее тут? На Большого Морти. У нас есть холодильник. Я просто для чего делаю? Я хочу еще здесь побегать, немножко подраться. Ну, для уровня, для опыта, сам понимаешь, да? И, кстати, я здесь не видел, чтобы бегали Морти, которых можно было бы захватывать. Ага, вот, 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 вот. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Ну что ты, родной, ну успокойся. Вот этого у меня Морти нету, поэтому надо его захватить, друзья мои. Это Раптор Морти. Сразу почему-то вспомнил Mortal Kombat. Да блин. Mortal Kombat, ну ты понял почему, да? У нас же там есть рептилия. Лишь бы не убить его нечаянно. Все, пора захватывать. Нет, 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 нет. Так, предмет у нас есть? Есть чип контроля. Применяем. Вот и все. Пускай он даже и редкий. Вот когда вот так светится, это, по-моему, когда новый, которого у нас еще ни разу не было. Блин. Смотри-ка здесь. О, а это кто такой? Иди сюда, роднули. Подожди, не убегай. Я хочу посмотреть, кто это такой. Ё-просто. Тоже рептилия Морти. Слушай, случайно это рептилия Морти не превращается ли в того, которого мы до этого поймали? М? Интересно. Так, 25 и 25, это 50. Блин, я боюсь. Ушатаю я его сейчас к ядрине фени. Давай еще сделаем одну атаку. По резикам. Сейчас ушатает меня. Нет. Все, захватываем, короче, да? Это мне кажется, что это вот из него превращается та рептилия. Ладно. Будем его ловить. Пытаться поймать, по крайней мере. Чип. Продолжить. Ну все. Больше я рисковать не буду. Морти, мы с тобой наловили здесь приличное количество. Пора, как говорится, исчезнуть. Пора отправляться нам в наш мир. Так, где там этот робот, которому нужна была батарейка? Где? Надо ему отдать. Так, этому нужна темная энергия. Вот он, робот. Надеюсь, я правильно понял. Бип-бип. Так, перезагрузка. Супермощная батарея. Отдать. Источник энергии принят. Перезагрузка системы. День. Спасибо, Рик. Я пытался обновиться до последней прошивки, но скачок напряжения разрядил мою батарею. Новая батарея даст мне энергию, чтобы захватить, то есть посетить другие измерения. Тут что-то застряло у меня в трубке. Может, ты найдешь этому применение? Оу. Мега 7 увеличение уровня. Спасибо. Конечно, найду. Спрашиваешь еще. 4 ошейника. Ну что, друзья мои, мы получили сегодня 2 значка. Я считаю, неплохо. Нам не хватает для того, чтобы выйти. Посмотрим. Мне не хватает 5 значков. Я думаю, в следующей серии мы еще с тобой 2 значка наклепаем. Так, хильнемся, наверное, да? 2 значка, а может быть 3 значка. Посмотрим, так как пойдет. И драться еще с одним членом совета. Питомник Морти. Вот я хотел глянуть. У нас же нету с тобой, да, синтеза? Мы не можем применить. Не можем, да? Что сразу выходишь-то? Слушай, а лагерь? А, тут 25 в плюсе. Выполняется 23 часа. А Морти в джинсах у меня разве... Сейчас посмотрим. Морти, Морти Джерри. Так, чешуйчатый, грязнули, двойной. Морти в грязном свитере. Так, подожди. Нет, ребята, Морти в джинсовых шортах только один у меня.
Посмотри, не так уж и много, в принципе, Морти-то у нас. А вот что вот с этими делать? Вот с этими Морти, если у меня вот очень много дублей, их как-то можно выгнать или что-то с ними сделать? Зачем их так много мне? Не знаю. Ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте, наверное, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.